Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как реагировать на появление мужчины, с которым были только интимные отношения на протяжении пару лет, разведен. Потом исчез на 2 года, только читал мои сообщения и не отвечал. И вот снова появился. Хочу построить с ним нормальные отношения, люблю его, но не понимаю, как вести себя после долгого его отсутствия. Мужчина ни разу не сказал, что он уходит и что мы больше не увидимся, хотя я его об этом спрашивала и не один раз. В первую очередь нужно, на мой взгляд, убедиться в том, не является ли ваша любовь к нему эмоциональной привязанностью. И способом решить свои проблемы. Ну, вот, в частности, психоэмоциональные проблемы какие-то. Вот. Дальше, совершенно очевидно, по крайней мере, для меня совершенно очевидно, что вы не очень себе доверяете, потому что спрашиваете, как реагировать, вот, хотя вы уже как-то реагируете. Ну, то есть у вас уже есть какая-то реакция на мужчин, на его появление. Вот. А следующий важный момент. Если человек исчез на 2 года, а почему вы думаете, что он не исчезнет опять? А я думаю, что то, что вам нужно сделать, это вот, во-первых, разобраться в себе. Это первое, что желательно сделать. И второе, что желательно сделать, это выразить человеку вот, ваши чувства. Да, то есть, ну, рассказать ему о них, рассказать о том, вот, что вы чувствуете, ну, вот, сейчас, когда он, вот, появился, да, например, вот. То есть, как-то, вот, ну, как-то донести до него вот этот вот момент, что вы там, допустим, что вы обижены, например, на него, может быть, что вам, ну, неприятно, может быть, вот, что вы, там, ну, к примеру, опять же, да, доверять ему не можете, вот, ну, потому что он, типа, может,
Ну, он может прийти, например. Вот. И вот это все. А в данном случае очень сильную играет, как мне кажется, роль. А вот, я бы также, наверное, сказал бы о том, что любить человека и хотеть построить с ним отношения. Ну вот, тем более, как вы говорите, отношения нормальные построить, если вы хотите. Это вот не одно и то же. Это очень важно. Как-то понимать, что не, ну, что не то же это самое. Ну, и что если любовь это про какое-то, например, ну, про какое-то, да, принятие человека, про желание, возможность для него что-то сделать, то желание, то потребность выстроить с ним отношения нормальные. Это уже ваше желание. И вот лучше будет, если вы все-таки будете это отграничивать одно от другого, вот. Дабы не мешать эти вещи и вести себя, ну, более осознанно, более осознательно. Вот. Я бы так сказал. Чтобы не обманывать себя и не обманывать вашего, ну, партнера. Вот. Ну и ключевой момент это то, что готовы ли вы вот, собственно, к тому, что человек может опять уйти, опять исчезнуть и так далее. Потому что, ну, если человек один раз сделал, да, то, скорее всего, сделает еще, если он только не объяснил свое поведение какую-то вот, ну, исключительность ситуации. Вот он сделает это еще раз, это не. Ну, это не хорошо и не плохо. В принципе. Вопрос только в том, можете ли вы и готовы ли вы принять. Ну, вот. Принять такую особенность мужчины. Если готовы, хорошо, принимайте, попробуйте выстроить отношения. Вот. Если не готовы, вдруг. Вот. Да, ну, если вдруг готовы, то, наверное, лучше не пытаться, даже. Вот. Потому что вам, ну, будет опять так неприятно.
как было. Вот. А мужчина, если он не видит в этом проблемы, да, вот он не придает этому такого значения, как вы. Вот, и, соответственно, для него, все может выглядеть, ну, вот, вообще по-другому, да, не так, как, условно говоря, для вас. Вот. То есть, вот, постарайтесь вот этот момент, для себя заметить, постарайтесь этот момент для себя увидеть, вот, и решить, вот, ну, собственно, тогда вы могли бы для себя, да, решить, вот, что же вам делать, вот, и на что рассчитывать, и как действовать, вот. Как-то так, я думаю, можно вам ответить. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она, в смысле, помощь пригодится, вот, я буду вам благодарен, значит, за обратную связь, вот, по моему ответу это позволит вам сформулировать какие-то базовые постулаты для психотерапии, если вы в ней заинтересованы, да, если ваш, вот, грубо говоря, если ваш вопрос не праздный, вот, если вы как-то вот на самом деле, да, хотите разрешить эту ситуацию, если вы на самом деле хотите вот в ней разобраться, вот, то вот, да, в таком случае нужно, конечно, работать, значит, ну, непосредственно с психологом, вот, и решать уже вопрос непосредственно на консультации, вот, дальше уже будет видно. Всего вам самого хорошего. Вы большая молодец, что обратились за помощью. Вот, но это только первый шаг. Удачи!